Добрый день, дорогие друзья! Давайте вместе с вами рассмотрим эту батарею, что она, блядь. Рассмотрим такой загадочный вариант, который у меня приключился, будем так говорить. Вот привезли батарейку, которая была у меня, блин, я вот дату не записал, но судя по наклейке, где-то, наверное, год-полтора тому назад. Потому что каждый год я стараюсь дизайн батареек, дизайн этикеток менять. И вот с такими показателями она была. Было 12% суху, 0% заряда. Так, 193. И по всей видимости я с этой батареей все-таки работал, потому что показатели указывали на то, что с этой батареей стоит поработать. Но не помню, почему нет ответных данных на этой батарее. И вот спустя год-полтора, наверное, эту батарейку привезли ко мне вновь. Но вот с такими показателями. 4,6 вот она батарея. Батарея абсолютно обсохшая. Абсолютно обсохшая, залил в каждую банку по 100 с лишним миллилитров водички, дал батарейке отстояться, и уже 3 с лишним часа я с этой батарейкой работаю, и у нас вот такие показатели на китайском заряднике. Вот так вот будет лучше видно. Вначале показатели были 14,7, батарея набрала на 0,6 амперах. Затем напряжение резко сдулось, ток у нас начал расти. И, как видим, напряжение упало до 9,6 вольт. Это может быть свидетельство того, что батарея замкнула. Но интересный момент. Смотрите, давайте попробуем еще провести такую хуевертень. Берем батарейку и вот так вот потрясли, что... А, нихуя не видим, да? Ничего не поменялось, но дело в том, что один раз у меня такой прикол у меня получился, блядь. Ага, сейчас вообще попало. О, напряжение вообще сдулось. Короче, пизда грязь. Что-то стало с зарядником, по-моему, блядь. Ага, хотел удивить вас и себя. А вот, оказывается, снизу просто не видно. Нет, сейчас ничего не происходит, но после одного взбалтывания напряжение опять резко выросло. Резко пошло вверх и практически дошло до 14 вольт на 3 амперах. И потом начало опять резко сдуваться. Вот такая интересная, загадочная батарейка. Ну что ж, продолжим с ней работу. Так, время без 25. Ну, будем мониторить ситуацию.
довольно-таки интересный вариант для меня. Просто я уже, честно говоря, отчаялся, думал прекращать работу с этой батареей. Тряханул, напряжение выросло, батарейка пошла. Но сейчас повторный эксперимент не удался. Ну давайте еще поработаем и посмотрим на дальнейший ход развития событий. Друзья, ну прошло немного времени, и смотрим напряжение какое. 12,9. Та же самая батарейка, еще раз пизданул ее АПО, напряжение опять упало. Ну-ка давайте посмотрим, будем следить. Это явно обрыв перемычек. Ну-ка, опа, видно, да? Обочки. Ну, здесь явно механическое повреждение внутри батареи, поэтому бороться с ней не стоит. Блять, аж пробки вылетают. Повылетали пробки. Вот такой метод проверки аккумулятора на внутренний разрыв перемычек. Это явно... Нет, не стоит с ней заморачиваться, видимо. И в прошлый раз каким-то образом я ее списал, возможно, нагрузочной вилкой. Сейчас давайте попробуем. Блять, одна пробка куда-то улетела далеко-далеко, блядь. Сейчас давайте попробуем нагрузить ее нагрузочной вилкой, и возможно, она что-либо нам подскажет. Так, ну-ка, для начала отключим зарядник. Вот так. Хорошая мысля приходит опосля, как говорится. Так, где у нас нагрузочка? Вот она. Все делаю в онлайн режиме. Так, и что у нас здесь внутри? Так, и подключаем нагрузочку. Конечно, бесполезно. Так, поддержим. Никаких признаков пока я не вижу. Сейчас поставлю на паузу и подержу нормально нагрузочку. Ну что, подержал минуты 3, и наметились пузырьки вот в первой баночке. Наметилось движение, поэтому с этой батарейкой мы завяжем. Все-таки первое предположение было верным. Но сбило с панталыку то, что почему не было ответной реакции моей на эту батарею. Либо я ее сразу списал, но если она была пустая, если бы она была сухая, я бы ее оставил. Я предположил, что я все-таки ее обслужил, сделал попытку ее восстановить. При таких показателях я обычно берусь за работу. Но, короче, загадка с 30 неизвестными, блядь. С 32, блядь. Давайте закинем ее обратно и попробуем еще чуть-чуть поработать. Так вот, зарядник у нас без подключения показывает 14,7. Где наши крокодайлы? Так, куда пробка улетела, блядь? Не по-человечески это улетать, а вон лежит она. Лежит, блядь, и молчит.
Так, подключили зарядник. Ага, что мы видим? Видим 10 вольт после нагрузочки. Ну-ка, давайте помониторим ситуацию. Все-таки мое предположение, что очередной обрыв пластин. Возможно, обрыв пластин, а возможно, наши парни любят рукоприкладствовать. И вот здесь вот я заметил, так, надо включить вспышку. Вот здесь вот я заметил трещинку. Это следствие того, что, возможно, забивали клемму на полюсной вывод и аж распиздошили корпус батареи. Но это сладкое я отложил на потом. Если удастся сделать что-либо с этой батареей, то, естественно, я это все заплавлю, заделаю, запаяю. Ну а пока давайте продолжим бег по кругу, блядь, или вокруг этой батарейки. Так, все-таки двух пробочек. А, вон они. Вот они. На чем-то намотаны. Так, 10 вольтиков. Время без 5. Ну, до 6 часов время есть, посмотрим. Если напряжение сдвинется с мертвой точки в сторону повышения, значит, я с этой батареей продолжу. Если нет, то значит, закончим на этом ролик и работу с этой батареей. Друзья, ну вот заряд потоку не приносит никакого эффекта. Давайте попробуем заряд по напряжению. Накручиваем до конца. Так, что это у нас пикает, блядь? А, это вот у нас на сигарету запикало. Вот это хуйня. Учуяла запах. Так, по напряжению, видимо, батарейка набрала 14,7 вольт. Как великолепно. Ну-ка. Так, давайте заглянем внутрь. Движение внутри банок пока не видим никакого. Ага, вот она, одна баночка начала шверчать. И это банка противоположная разбитому корпусу. То есть плюсовая начала у нас популькивать первой. Ну что ж, будем мониторить ситуацию. Друзья, что хочу сказать. В своих роликах я всего лишь навсего описываю свою работу. Вот вторая баночка начала. Началось какое-то движение. Всего лишь навсего описываю свою... Не описываю, а описываю и показываю свою работу. И ничего больше. Стараюсь обходиться без нравоучений, развинутых пальцев и всего прочего. И очень неприятно, когда некоторые Петровы, Ивановы, Сидоровы пишут в комментариях, что якобы я наперсточник, ну типа наебщик. Ну, не нравится канал, друзья, вернее, не друзья, а тем, кому не нравится, я никого
насильно сюда не затаскиваю, показываю всего лишь приемы, методы и ли процесс работы. Иногда стараюсь объяснить те или иные свои выходки и режимы. Вот смотрим, наблюдаем за батареей еще раз и убеждаем, что с нами, с ней работать не имеет смысла. 10,6 ампер мы видим, и ток у нас прыгает, падает до 2 ампер. Видим, да, резко. Просадка — это очередное свидетельство того, что все-таки у нас обрыв, и с этой батареей работать пока не пока, а вообще не имеет никакого смысла. Так, что у нас? Первое. В первой баночке появилось пузырение. Во второй появилось пузырение. В третьей появился свет от фонарика. В четвертой также появилось небольшое пузырение. В пятой появилась муть и свет от фонарика. И в шестой появилась надпись: завязывай работать с этой батареей. Ну что ж, время еще есть. Минут 20 попробуем на максимальном токе ее прогнать. Ну, склейки не получится. Она пытается, батарейка склеится в месте разрыва перемычек пластин, но результата, я думаю, это не принесет, и она не сварится. Ну, давайте еще минут 20 до 6 часов помонтурим. Он идет ко мне, мой преподаватель по электротехнике. Сейчас зайдет в гараж и спросит: Олег, когда ты едешь домой? Давайте проверим мою интуицию. Привет. Здравствуйте. Домой скоро? Да нет, не скоро еще. Ну, с полчасика, да? Да, с полчасика, минут 40. Захватишь? Вы у себя будете или у меня посидите? У тебя. А, у меня? Ну, посидите, погрейтесь. Ну, чёрт, я. Итак. Ну, погодка. Вискунак. Вискунак шепчет. Ну, чёрт. Так, вот. Ток дошел до 12 ампер. Неужели склеилось? Ну-ка давайте уберем ток до минималок. Склейки не произошло. Поднимаем. Подняли ток. Напряжение выросло. Так. Вспышку. Две баночки задышали. Проходите, садитесь. Чайник поставить? Хлебанете? Я только что. У меня чай с заваркой. А я это, кофеек с цикорием. С Григорием. С цикорием. Не с цикадами, а с цикорием, да? Нет. Я в последнее время все больше на него. Ну, давайте еще поработаем с этой батарейкой немножко. Чуть-чуть, 20 минут.
и, возможно, оставлю ее на 2 амперах до утра. Непонятная ситуация. И ведет себя батарейка не так, как хотелось бы и как предписано ей. Так, ну пока пауза. Ну что, давайте будем подытоживать работу с этой батареей. Ток у нас прыгает в больших пределах. Вот снизился до 8,7, но иногда провисает до 6 ампер. То есть соединение пытается наладиться в оборванной перемычке, но это ей не удается. Ему, блядь, соединению. Вот видим, ток начинает расти. Потом резко снижается. Это говорит о нестабильности в проводимости именно перемычки. О! Выскочил ток до 14,9 ампер. Напряжение упало. Так, если мы снизим ток, то резко упало напряжение. Поэтому работу с этой батареей... Ну, наверное, не работу, а пиздопляску с этой батареей мы прекратим. И лишнее подтверждение моих слов, это то, что начала работать именно вот эта банка, активно бурлить, где у нас перебит корпус. А корпус перебит из-за того, что стучали по клемме и сорвали полюсной вывод. Часть пластин здесь не в работе. Они испытывают большую нагрузку. Поэтому эта банка начинает активно, очень активно бурлить. Ну, как видим, ток вырос у нас до 15 ампер. Напряжение резко пошло вниз. И на этой славной ноте хочу с вами попрощаться, пожелать всем добра, здоровья, удачи. Лайки выпрашивать не буду. Смотрите сами, можете просто закинуть на карточку для обновления компьютера. Хочу обновить компьютер для более слаженной монтировки, монтажки, монтажирования, мандражирования роликов. И самое главное, друзья, берегите свои батарейки. Всем пока!